Всем привет! Меня зовут Игорь, и сегодня у нас на видео еще один прогулочный велосипед с классической рамой, передачами, амортизационной вилкой и вибрейками, который относится к типу городских. Итак, знакомьтесь, модель Phantom от торговой марки Corsa. Если кто-то еще не смотрел обзор на модель Urban, то ссылку на него я оставлю вот здесь. Но мы перейдем к его характеристикам. Рама имеет стандартную классическую форму. Выполнена из высокопрочной стали с отличной покраской. Ее размер 19 дюймов. Даже в городе бывают ямы и неровности, и для комфорта здесь установлена пружинно-эластомерная вилка без переключателя размером 31,8 мм. Штаны и ноги – сталь. Руль металлический, с дополнительным выносом и центральным болтом, что позволяет регулировать его по высоте. На нем установлены моноблоки фирмы Sunrun. Под левой рукой у нас переключатель на 3 звезды и тормоз переднего колеса. Под правой переключатель задней кассеты на 7 звезд и тормоз заднего колеса. Количество скоростей 21. Передняя направляющая цепи, перекидка, задний переключатель скоростей и индексная кассета на 7 звезд здесь отличного качества. И так же, как и моноблоки фирмы Sunrun. Педальная каретка безрезьбовая, на промподшипниках, со съемными металлическими шатунами под квадрат и пластиковыми педалями со светоотражателями. Колеса надувные. Внутри установлена камера. Также на них есть желтые катафоты. Размер колес 26 дюймов. И поставляются они на двойных противоударных алюминиевых дисках, ободах с металлическими спицами. Покрышки выполнены из нейлона с универсальным протектором, который подходит абсолютно всем поверхностям – асфальт, брусчатка или бездорожье. Колесные втулки на промподшипниках, по 2 на каждое колесо. Взамен классическому ножному тормозу внутри втулки заднего колеса здесь установлены отличные механические тормоза V-Brake на обоих колесах. Сиденье здесь более спортивной формы, выполнено из эко-кожи. И на самом деле оно намного удобнее и комфортнее обычного. Регулируется по высоте зажимом из алюминия и по углу наклона двумя болтами с гайками. Из дополнительных удобств здесь установлены металлическая подножка на пружине и багажник, на котором закреплен красный катафот. Крепления багажника универсальные, и при необходимости его можно заменить на другой, а также можно установить сиденье для перевозки детей. Ну и конечно же, здесь есть крылья, так что грязи и брызгов вам не стоит бояться. Кататься на нем можно в любую удобную для вас погоду. Выполнены крылья из металла и окрашены в черный цвет. Поставляются велосипеды в оригинальных коробках от торговой марки Corsa, собранные на 75%. Вес с коробкой 20 кг 200 грамм. И при распаковке вам необходимо будет установить переднее колесо, руль в сборе, педали, сиденье и катафоты. Передачи и тормоза уже настроены. И кстати, вес его в собранном состоянии 16 кг 900 грамм. Рассчитан он на рост от 1 метра 55 сантиметров до 1 метра 80 сантиметров. Такой велосипед однозначно найдет своего владельца, который оценит классический внешний вид. И естественно, он не откажется получить его в сочетании с тормозами, передачами и пружинно-эластомерной вилкой. А на этом у нас все. Обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайк. И не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые обзоры, так как мы выкладываем их каждый день.
С вами, как всегда, был я, Игорь. Всем пока!